Каспийское море. Сегодня штиль. Тихо так, волн нету. И вон там вдали плывет яхта. Там корабли, еще яхта, вон лодка. Там впереди вот эти каменистый остров, который я снимал в прошлом году с дрона. Вот вода раньше вот доходила вот до вот этих мест, да? И здесь камыши. Вот они росли по краю моря. И вот это сооружение, оно вот было сделано специально, чтобы вот плескались волны снизу, идти по подмосткам, да. А сейчас, конечно, того эффекта нет. Рыбак оставил велосипед с удочкой, а удочка, леска закинута в море. Вон яхта пошла назад, развернулась, навстречу другая яхта плывет, а вдали вон корабль. Кафе «Алые паруса» написано. Камыш тут. Чайки. Ах, там он идиот уходит. Рыбак вернулся.